Yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak Türk Akım projesinin sadece ülkemiz ve milletimiz açısından değil, Türkiye Rusya'dan Вот в эксплуатацию турецкого потока, безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере. Будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего Черноморского региона. Сначала с помощью специальных кораблей зависит от объема утяжеленная главная сварочная линия. В процессе строительства первой и второй ниток сварки осуществляется ультразвукового тока, был установлен новый мировой рекорд укладки крупных морских газопроводов 6 километров 330 метров.